Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня я проведу вот такой вот надежный стульчик, ультиматум культур. Это больше как для карповой рыбалки, для карфишинга на длительных сессиях. Но его также можно использовать как и кровать. То есть я неоднократно спал. Посмотрите, очень надежная конструкция. Как бы. Вес 5,5 килограмм, то есть как бы насколько я 100 килограмм вешу. Посмотрите, здесь такая мягкая, мягкий утеп, мягкий наполнитель, здесь вот надежно такой резинкой, жгутом все перекручено, регулируется снизу тоже резинкой, жгутом все сделано надежно, то есть регулируется он. Вот здесь такие два барашка есть. То есть мы регулируем по длине. То есть вот, вот мы поставили наклон, сделали практически как кровать. То есть вот смотрите. То есть мы ложимся. Вот так вот ложимся. Под ноги какой-нибудь ящик. И можно без проблем спать. Очень мягко, комфортно. Далее регулируются ножки как надо, нажатием вниз выдвигается, то есть вот такая вот трубка выдвигается, и регулируем как надо, то есть если будет что-то неровно, можно без проблем отрегулировать. Сами основания у ножек крутятся в разные стороны как бы и подстраиваются под наше, под нашу землю или поверхность, где будет находиться сам этот стул. Ну как смотрите, 5 лет он как бы вот, ну практически видно, что пошарпанный, что был он как бы в эксплуатации. Я очень много использую на разных рыбалках сам по себе. Далее вот так вот, это как я даже назову, не то что стул складной, это больше как бы как даже такое складное кресло для рыбалки. То есть достаточно комфортное. То есть спинка. Откинулся. Лежишь, отдыхаешь как надо. Далее давайте сложим. Вот он легко складывается. Как бы. Опять же такие надежные барашки. Смотрите, система. Вот она. Перещелкиваем. И как надо. Вот в сложном состоянии. Конечно, достаточно габаритный, но для машины это стоит того. То есть по комфорту тут и по надежности твердая пятерка. Вот такой вот реальный отзыв о таком ультиматуме культур карповом кресле кровати. Как бы. А на сегодня все. Всем, кому понравилось, подписываемся и ставим лайки. Всем пока.